А сейчас мы подойдем к секретному бункеру, который у нас находится на районе. Вот он стоит, бункер. Кто там, Вить, живет? Крапива. Там? Почему заколотили бункер? Кто-то злой и вонючий. Интересно было бы, да, в него залезть? Да упаси Господь. Да. Глянь, крапивка какая. Рви, Вить, на борщ. Ты борщи любишь с крапивы? Нет. Нет? Щавелем люблю ее. Ходи сюда, куда ты уходишь. Слышь, Вить, назови свои любимые блюда. Ну, еду какую-нибудь любимую свою назови, а то подписчики ведь... Зеленые щи, раз. Ну, в смысле, горячие. Потом борщ, салат. Из чего салат какой-то? Ой, оливье. Люблю. О, ну ни хрена себе, оливье. Ну, оливье. Смотри, какой. И окрошка. И окрошка. Ну, окрошку-то зимой не будешь же есть, это жара. А почему нет? А котлеты там. Вот, например, это, ну, вот нет, Рэмбо нет. Покойный, царство небесное, наггетсы любил. Мама мне готовит наггетсы. Мама просто покупала наггетсы, не готовила, не смеши. Говорит, мама мне сегодня приготовила наггетсы. Хотя мама, ведь не готовит наггетсы. Нет. Наггетсы не твои. Люблю еще, нет, люблю еще жареную курицу. И то, как то ее, у меня бабушка покойница, я люблю, когда она уже до такой степени чуть ли не сгорела, вот это, ну вот, шкура вот такая, вот такая вот. Горела курицу. Но любишь? Терпеть не могу ни гусятину, ни утятину. Гусятина вот какая-то вот хорошая. Она черная. Черная, да, а индюшатина. Считается же это, да, мясо какое-то там диетическое. Кролик, да, и вот. Индюшатина. Очень люблю это, как называется, телятину. Телятину. Свинину без сала. Я уже телятина не ел года 4. А вообще, ёпта, что есть дома, то и сожру её. А что там, потрошка какие-то? Да. Куриные потрошка. Нет, нет. Я далеко не холодный. Ну, а чипсы какие самые хорошие? Какие есть такие, я далеко не фанат. А так... Не, ну вот если по-серьезному спросить, вот что ты больше всего воспринимаешь из фастфуда, вот из быстрого вот этого вот, из жар-пиццы там, из какой-нибудь херни, ну, не наша, а американская, вот что сейчас продают везде? Наверное, я чипсы тебе отвечу. Чипсы, да? Ну да. Чипсы с кока-колой. Нет. Просто так. Ну они ж на закуску и запивка кока-кола. Ну а что я тебе скажу? Чипсы с самогоном. Вот. Это да. Вот эта тема. Вот эта тема уже. Чипсы с самогоном — это вещь. Витя, расскажи нам несколько лайфхаков для того, чтобы мать не запалила, что ты курил. Что нужно сделать, чтобы не пахло табаком? Ну, классика жанра я по своему детству беру. А если у вас есть елка пожевать, самый рок-н-ролл – это липа. А уж рок-н-ролльней, я, меня еще это как, ну, постарше пацаны это как учили, как она называется, господи, лавровый лист. Это вообще рок-н-ролл даже. А если вы... Ну, это от алкоголя, от курева. Ну, да. А если есть рябина, просто рябина, обожраться. Потому что вонь будет этой рябиной стоять от вас, как от погонщика верблюдов. А если вот нажаться рябина, а потом выпить коньяка, это будет считаться рябина на коньяке? Кто любит ахыху? Басота, если есть у кого, хотя бы на сдачу останется, мне на зубы. Уважаю. Муа.